Итак, продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. Работаем со спиной человека, сет номер 4, лежа на столе. Сейчас мы будем проходить элемент скрутки. Обычно скручивание используется на том отделе участка позвоночника, где идет лордоз, то есть это поясница и шея. Но вот конкретно сейчас сет номер 4 про поясницу. Значит, какие есть элементы скрутки? При скручивании нам желательно не просто поперечно, да, скрутить, а еще и растянуть. То есть получается такое спиралевидное движение для позвоночника в эту сторону, либо в эту сторону. Но какие-то элементы мы уже делали, когда вот так вот раскачивали, да, упираясь в подвздошную кость и вот растягивали. Да. Это как бы ну, чуть-чуть, но не докрутили человека. Да, как можно больше усилить этот элемент. Для этого мы попросим человека лечь на бок, стороной ко мне. Вот, не, на этот бок. Можно повернуться, в принципе. Да, вот. Ногу кладем вот сюда. Голова за плечами лежит. Ну вот некоторые, например, делают вот так вот. Тряпочку я использую для того, чтобы не скользили руки. Ну, пока просто покажу. Вот. Некоторые это делают, то есть один из первых вариантов, с этой стороны. Рука может лежать где угодно, нет, не сюда, за голову, голова за плечами. С этой стороны будем давить в грудную клетку, растягивая его. А здесь своим локтем, желательно вот этой косточкой, подпереть под крестцовое сочленение, вот под это, да? И развернуть на себя и в сторону. То есть получается прием вот такой, закрепили, да? А здесь его растягиваем. Раз. При этом вот кладут ногу вот так, чтобы нога не расползлась, можно дополнительно ее придерживать своей ногой. Если человек уходит, расползается. Но вот здесь вот с чем плохо? Тем, что, во-первых, давление идет подмышечную впадину, да, это достаточно больно, лимфоузлы там. Либо если рука лежит вот в эту сторону, да, то давит в плечо, это тоже бывает болезненно достаточно, да. Поэтому я предлагаю все-таки в грудную клетку упираться целиком. И в этот момент делать траст. Рукой, если у вас позволяют руки, можно упереться полностью ладонью. Получается вот так, вот друг после друга. Если вам неудобно и не хватает силы, например, да, то можно залезть на стол, второй прием, или вот на полу так делают. Упираемся, соответственно, вот полностью в подвздошную кость, а здесь в грудную клетку. И сворачиваем вот так. А если это женщина? Можно еще и тоже можно. Третий прием, который наибольшей эффективностью обладает, лежит человек в той же позе, но мы встаем сзади него. То есть первый раз стояли перед ним, потом над ним, теперь за ним. Ногу желательно сделать под прямым углом к корпусу, да, и чтобы она не расползлась, держим ее вот этой рукой, придерживаем просто. Голова также лежит сзади, а та нога, которая нижняя, она должна быть прямая. Дополнительно выпрямляем и попросим человека зацепиться за стол. Держись за стол. Угу. Держишься? Да. Вот. Эту руку можно завести либо за себя просто, да. Но будет еще эффективнее, если он ее, ну, как ты любишь показывать, да, сделай кулачок и большой палец. А теперь смотри на свой палец. То есть дополнительно его глаза, они помогают скручиванию, усиливают как бы эффект. И, ну, я сейчас без тряпочки, да, покажу. То есть здесь получается как? Мы садимся, и его подвздошную кость подбираем под себя. Как бы кверху ее, да? Да, кверху. Потому что движение будет резче. И вверх, и вот туда на скручивание. А здесь всей грудной клеткой, всю его грудную клетку разворачиваем вот сюда. Вот, еще раз показываю. Вот, дошли до напряжения, и потом раз, и дернули. Так, еще может быть способ, когда у нас руки лежат вот так вот,
положи. Поясница разблокируется. Разблокируется поясница. Поясница. Причем, если мы хотим воздействовать на верхние поясничные позвонки, то есть вот это сейчас на L5, S1 сочленение, да, то нам надо ногу поднять еще повыше. Вот сейчас позвоночник будет разблокироваться L3, L4, да? Еще повыше угол делаем. Получается L1, L2. Чем вот. Выше угол, тем ниже позвонки? Выше. Чем выше позвонки. А. Ну, то есть угол меньше получается, да? Mm-hmm. Тут. А позвонки идут выше. Вот, в этом положении дополнительно можно, смотри, как повернуть человека. Поближе ляг к этому краю. Поднимется, да? Все. Ну да, вот так, да. Yeah. Нижнюю ногу прямо. Определяй. А эта нога, вот она висит, свисает со стола. Руки. Для чего скрещивает? А потому что тут вот как раз мы будем давить еще и на ребра. Тут еще разблокировка в ребра пойдет. Да. То есть тут мы уже давим через руки. Для этого полностью накладываемся всем телом на руки, на корпус его. А здесь давим, если получится, в крестец, если не получится, то в бедренную кость. Вот соскользнул. Вот так. Стоп, держись, замри. Ну, этот же прием, да, можно сделать и с этой стороны. Как со спины, так и можно выше. Да, со спины, так и спереди. Тут именно, вот видите, за счет рук мы давим на его грудной отдел, куда можно всем телом навалиться. Раз, раз. Причем можно давить чуть сюда, смещая позвоночник, чуть вперед. Получается пониже, повыше, раскрепостили его. Так, лежи пока боком. Ну и еще прием. Ну, кстати, вот для лечения сколиоза тоже это вот полезно, пояснично, да, он начинается туда, куда нужно. Поворачиваем. То есть не обязательно делать симметрично, да, на две стороны. А смотрим, если позвонки в данном случае ушли вниз, да, ну, здесь это получается вправо относительно него, то мы, раскручивая их, выпрямляем туда, вверх, а это для него к левому боку. Так, ну еще можно вот такой прием сделать. Давай эту руку вперед, а эту руку назад. Назад. Руку назад. Теперь наоборот, вот эту ногу сгибаем. Вот. Ну и так же, как с той стороны, так и с этой стороны. Да? Тут мы давим в бедро, а с этой стороны давим в ребра. Ну, то же самое я не буду показывать, то же самое можно спереди сделать. Есть еще прием, выпрями обе ноги. Это какой получается? Четвертый, да, уже? А, пятый прием, да? И, так, эту руку теперь вперед, перед собой. Ага. Поворачивается попрямее ногу. Эту руку сюда. И действуем своей ногой, упираясь ему прямо в ребра. Вот так мы ставим ребра на место. Но если наш интерес позвоночник все-таки поставит, тогда меняем руки. Это опять назад. Извини, заставляю. Сам выпрямись. Угу. Таз туда. И упираясь ногами прямо в позвоночник. Только не в осистые отростки, а мягкой частью стопы. И поворачивается его, скручивая вот в ту сторону, вплоть до того, что можно лопатку ему поставить на место. Ну, такой прием сложный. На столе, может быть, не у каждого хватит акробатические способности сделать, да? Можно будет его повторить на полу, лежа на полу. Но это наша следующая тема. Если вы смотрите нас, то вы много упускаете, все равно нюансы все не попадают на видео. Поэтому лучше приходите на тренинги и записывайтесь к нам в школу Академии телесно-ориентированных практик. До новых встреч!